сего момента нам было известно только 4 вида проявления энергии. Это динамическая, это термическая, электрическая и химическая. Но на самом деле есть еще один вид проявления энергии. Это энергия медиумизма. Медиумическая энергия – это гадание, предчувствие, предсказание и так далее и тому подобное. Поверьте мне, все это проявление медиумической энергии. Но она не признавалась до сегодняшнего дня, до того момента, пока не было открыто среды, в которой происходят эти медиумические явления. И точно так же, как явление света было необъяснимо до того момента, пока не было открыто существование такого вещества, как эфир, точно так же и медиумические проявления не признавались до того момента, пока не было открыто существование другого вещества, еще более тонкого и существующего в частицах между эфиром. И точно так же, как точнейшие математические вычисления подтвердили безусловное существование такого вещества, как эфир, точно так же точнейшие опыты Германа Штопа и Иосифа Шмацофена безусловно подтвердили для нас существование такого вещества, которое мы с вами можем называть духовный эфир. Профессор! Спасибо! Спасибо большое! Теперь мне все понятно! Все понятно! Господа! Ну, я надеюсь, мы можем начать, но если вы хотите продолжить, то вкратце. Итак, вкратце!